Вот, собственно, вот так вот мы и проводим время. Да, сняли в аренду автомобиль. Привет! Теперь мы будем настоящими, короче, турками. Местными аборигенами. Я хочу такую машину вообще, в принципе. Хочешь такую машину? Вот именно такую, да? Да. Посмотрим на машину. Ох! Я надеюсь, мы обратно вернемся. Вернемся, еще не туда, уедем. Прикольно. Вообще, на самом деле, я ожидал, что будет худшего, да. Вот, а получилось довольно-таки очень круто, и вообще сам Кемер. Да, достаточно интересный. Чистый город, позитивный. С посетителями позитивными тоже. Брюнет ко мне пристают. Да. Рыжим тоже. А блондинки у них все Наташи. Да, ну вот. Что еще можно сказать? Встретили нас очень хорошо, да? Ну да. Неплохо. Да, кто-то там сзади едет. Да я вижу, все едут, автобус мешает. Ну, в общем, мы сейчас ищем заправку. А потом в гору. А потом поедем вон в горы, вот они горы. Вот. Да. Горы. Давайте. Где? Это Инферно, да. А это вот клубы местные. Здесь, конкуренты, да. Конкуренты клуба, с, да, которым, да, мы теперь, собственно, работаем. С которым мы теперь... Тимич приедет. Резиденты мы теперь. Резиденты. Вот теперь Инферно. Да, тоже модный клуб. Но это не главное, нам сейчас нужна заправка. Потому что у нас фуил на нуле просто. Фуил. Да, да, фуил на нуле. Вообще красивый город. Вот, что касаемо публики, конечно, здесь... Отсутствие. Но русских, кстати, не так уж и много. Я не сказал, что здесь русских много. Здесь... Нет, правильно? Я надеюсь, правильно. В общем, русских не так уж и много здесь, очень много иностранцев. Вот, и в клубе тусят иностранцы, потому что то ли, блин, дорого для наших. Вот. Вот такие дела. Гидросклаб. Он гидросклаб какой-то тоже, наверное, плавает все. Да, он там. Вот мы едем. Едем в гору. Еще на сегодняшний день наша задача, собственно, найти Антону турецкую невесту. Турецкую женщину, да, русского производства. Турецкую женщину. Да, турчанку русского производства. Нет, настоящую турчанку. Да нахуя. Как, что тебе весело было, экстремально? Так, ну что он моргает? Вот мы подбираемся. Красный свет. Да. Пропусти, да? Почему мы моргаем? Ну, моргает светофор. Где же заправка? Почему у них все дороги кирпичные, непонятно. Все дороги, кстати, да, кирпичные, что очень странно. На этом связь заканчиваю. Да, пока.